Вот это из сказки «12 месяцев». У нас вопросы по этому фильму. Найти для нее самого красивого принца, привезти во дворец золотого оленя, доставить во дворец корзину подснежников, принести самые красивые сапожки из бархатца. Ого, 6 участников, это вообще как? Это самый легкий вопрос. Это очень легкий вопрос. Да. Что у нас там дальше? Вот что за привычка? Дарахан против месяца. Ух, ё! Ну-ка. Точно. Я помню. Я помню, я помню. Слушай, представляешь? Метод подбора, метод подбора. Ну, я точно помню. Скорее всего. Кольцо! Кто же ответил кольцо? А я думала, бусы, которые расставили на свадьбу. Вау! Вот так вот, вот так вот. Так, Витя, не снимай себе. Мы с Лизой. Давайте. Как звали сводную сестру Золушки в фильме, нашем фильме? Ну, попробуем, я не уверен. Чистый рандом. Я точно помню, что... Напомню, это русский фильм. Русский. А, ну все, я проиграл 100%. Ну что ты так просто сказал? Что ты так просто сказал? Нет. Я просто говорил, в смысле? Это подсказка для думающих людей. Да. Конечно. Остальные пьют шампанское. Так. Нет, ты посмотри на это. Да, так, в какую игру играли джентльмены удачи? Отмечаю Новый год. Так, ну-ка. Помню. Не знаю, попробуем. Да, серьезно? В города. Да ладно, я угадал. Вау. Я неправильно ответ есть. Катюшка, ты вырываешься на первое место. А вы молодцы все. Осталось два вопроса, три вопроса, кажется. Персонажи фильма «Чародей» являются сотрудниками института «Ну и ну». Как это расшифровывается? А, ну-ка давай. Ого! Так. Что? Короче, я ничего не вижу. Я не уверен, но пусть будет так. Научный универсальный институт необыкновенных услуг? Нет. Научный универсальный институт необыкновенных услуг? Никто не ответил правильно, вы что? Причем остальные вот чуть-чуть отличаются, типа невероятный универсальный институт. То, что он научный, это точно я помню. А вот то, что он универсальный... Ну ты сильно забубенила. Ну? Вот тут надо было даблкоин, ты, конечно, давай. А тут никто не ответил правильно. Ну я, чего, надо было даблкоин. А что, это как-то вас мотивировало бы вашу... True or false остались вопросы, их всего лишь два. Правда ли, что существует озвучка фильма с легким паром на китайском языке? Надеюсь, что вот так. Да ладно. Да, я видела эту озвучку, я видела эту озвучку. Да, прикинь, на китайском есть. Вообще, я тоже не знала. Так, и дальше. Так, мы смотрим на тех, Василий вырывается вперед. Обалдеть. Правда ли, что всего фильмов и мультфильмов про Гринча 3? Гринч — вот это зелёное существо, вот это вот. Да. Фолс, их 5. Ответил, ну я. Что ж, новогодние итоги. Кто же у нас на третьем месте? Лео! Ля-ля! Подождите! Подождите! Елизавета и Виктор. Катюша! На четвертом месте Василий. Татьяна на пятом. А чё, Елизавета и Виктор на втором, так, Елизавета и Виктор. Да, Елизавета, бери. Так, держите, молодцы.